Всем привет, ребят, с вами Приболевший Гусарник, и со мной... Пустотный читер Крипер. Всем кайпочки, ребят. И главный читер Крипер. Короче. А! И у нас сегодня один блок. Нас поприветствовали. Ставим блок быстрей, чтобы... Нет! Так, мама, ты ставь... О, ладно. Спиннер. И у нас здесь кое-какая возможность. Если Кью-гусарник умрет или я умру, то мы можем друг друга воскрешать. Мы сегодня должны прожить... Мы должны прожить 100 серий, мы будем специально записывать 100 серий. Будем пытаться растянуть геймплей. Строить какие-нибудь красивые здания, домики. Да, чтобы... Чтобы... И у нас есть пожирать уже. У нас есть уже покушать. Угу. Не. Сейчас я тебе дам твою долю. Ну, а что это? Это невозможно так сделать. Но если мы растянем как-нибудь на 100, то у меня будет примерно 283 ролика. Если на 100 серий. У меня был, блин, был хлеб. Ты, блин, на землю ставил. Не видел, что ли? Как... Если можно вот как-то убить... Так, короче, у нас Лес, Куалсон, Буткрюля, Куала, Невада... Отдай мои вещи! Отдай мою землю! Ладно. Коля-то и не твоя. Это моя вся. Все. Я пока вам зачитаю. Лес, Куалсон... это биом такой. Это... Так, без кулы, Крюдвява, Невада, Дисудюгдюля, джунгли, океан, Незер, Мэншон, особняк, Стонгонсона, Варварс. Я вам все зачитал. Здорово, ты в шоке? Ты английский не знаешь. Короче. Короче, не мешай мне добывать блок. Ты мне не отдал. Пока наш остров выглядит не как остров. У нас остров выглядит как? Как корова. Как пару. Ты сейчас корову убьет. И соседи, походу, решили... Пропылесосить, так сказать. Нет, не пропылесосить. Они решили взять и... А почему наши соседи такой громкий пылесос? А! Так. Нам придется орать! Я делаю нам березовый верстак. Под березовик. Выглядит как дубовый верстак. Не бей корову! Я хотел нажать, чтобы скрафтить хлебовый меч. Так, где палка? Ты, блин, мой хлеб выкинул. Теперь я буду на тебя зол всю жизнь. Я буду пытаться выкинуть. Ладно. Кравчу из земли и хлеба. Получается, опа. У нас получается подписка. Забираем ее. И мне дается 2 хлеба и 1 земелька. Походу надо нажать на эту кнопку, и будете вы подписаны. Она у меня до сих пор летает. Должен быть, пожалуйста, чтобы она нам не мешала. Вот, она уже на солнце висит. И на читерокрипере, вот. Вот, вот, я весь красный, как вы видите. Вот, по попке, бам! Ай. Арбузик. Не. О, как же было сложно поставить 2 блока земли. Капец, я 4 вот поставлю. Вот у меня курсор, кстати, а почему... А ты... Как тебе так удобно играть? Удобно ведь с курсором специальным, который ладно. В середине. Поставь на паузу. Хорошо. Как вот так играть? Так. Сейчас мы поставим блок. Так, теперь здесь ставить. Короче. Добываем. Ну, ты можешь свою прошлую поставить. Привыкать буду. Привыкать, да. На путь стримы еще.
Я знаю, как на планшете сделать стрим. Как теперь поставить этот блок? Так, добываем. Чак, 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 чак. Что за добыча? Короче, ребят, курочка Джек. У нас курочка? Курочка, снеси нам яйцо. Это будет лотерея на лайк. Вдруг нам повезет. И четверокрепер наконец-то поставит лайк. Да, у меня, кстати, ролики выходят каждый день. У меня тоже. Да. И у него, смотрите, у гусарника уже на канале продвижение очень большое. 180... целых 185 роликов. 187, на самом деле. Когда я загружу этот ролик, будет 188. Капец, какой я мог. Я скоро по роликам обгоню 4! Уху! Че, неудобно? Удобно. Ну, я же говорил, будет очень удобно. Ну, неудобнее, чем в прошлый раз. Ну, прошлая штука, на самом деле, не такая уж удобная. Удобно. Не знаю, по-моему, курсор удобнее. Ну, тут ты привык. Ой. А теперь поставить этот блок. Потому что в других штуках, в которые я играл, вы помните ведь один из прошлых роликов про Бедварс? Так вот, там... там мне было очень удобно, потому что этот курсор прям не особо мне нравится. И как раз на мышке можно будет играть. Это при помощи этого курсора играют на мышке. А я себе так сделала. Так, тяк, 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 тяк. У нас уже 3 курочки, Джек. Давай подождем, пока вырастет трава здесь. Да я просто поставлю сюда тюльпанчик и сюда тоже. Ждем. Ставь на ползубусе. Мы тут успели поспать, вырубили Майнкрафт, и у нас тут все в траве. А теперь ищем блок. Вот. Я нашел, ты его пометил тюльпанчиками. Да. Ждем теперь красные тюльпаны. Зачем нам так много животных? Я пока сделаю побольше, потому что семейка, потому что так будет уже интересней. Ну да. Так, сюда ставим. Так. Мы попробуем этот летсплей затянуть реально на 100 серий. Ну что было 280 роликов у меня? 288. Я очень хочу обогнать по роликам 4, потому что вчера не снимал. Вообще-то ты снял ролик. А он нет. Я вообще-то выложил. А 4 нет. Смотрите, чтобы было покруче, я хочу кое-что сделать. Я реально скоро обгоню 4. Хочу, я украсил наш остров. Теперь у нас... Кстати, скоро у нашего канала будет целый год. И знаешь что? Здесь что? Я выложу анимацию. Это моя анимация. Я сделал анимацию. Да, ребята, я аниматор. А я нет. Я художник, как вы знаете о меня. Я художник. А гусарник нет. Я художник. Очень художественный. Да блин, умри. Я сейчас поведу. Ты на шифте был. Потому что... А если бы ты не был не на шифте, смотри. Я сейчас кое-что делаю. Тряси речь. Отдай мою речь. А, я просто умер. Ты забирался с моей вещью. Ты мне все вещи украл. Заканчиваем серию. Сейчас сколько минут? 9, ладно, 10.
Но мы ничего не закончим. Мистер Свин, убиваем его. Кто будет мистер Свин? Так, у нас три курочки. У нас, и у нас... Пшеницу ставь в наш уголок. Сюда поставим. Мы-то здесь, здесь я построю свою базу. Мы попробуем затянуть на сто серий, хоть если вот мы будем спидранить, у нас получится за две серии, за два дня просто пройти, за две серии. Это будет неинтересно. Мы еще сделаем мы еще что-нибудь придумаем. Поэтому если затянется на сто серий, пожалуйста, посмотрите первую серию, вот эту вот, и тогда вы поймете почему. Мы просто хотим затянуть на 100 серий, чтобы было бы интересней. Это просто так, за 2 серии. Оп, ну, кто это посмотрит? У меня 11 минут, уже 11 минут прошло, шло, на самом деле, неправда, 13, потому что мы много ждали. 13 минут прошло, ну пока 11. Короче. Прошло 2 часа, мы уже в этом мире играем 2 часа. Угу. А на самом деле 11 минут. Так, все. Теперь у нас есть штука, в которой... Там, где животные наши. Вот моя мечта, это моя фермочка. И на этом, я думаю, мы закончим эту серию. Давайте, да. На этом мы закончим. Всем пока, с вами был Прибавляющий Гусарник. Всем пока. Всем пока!